Волнистый попугай по кличке Пикотян пропал 29 апреля, но уже спустя несколько дней был возвращен хозяйке после того, как сообщил полиции свой адрес и номер телефона. Двухлетний волнистый попугайчик живет в префектуре Канагава в Японии. Он улетел, когда хозяйка забыла закрыть клетку. Поймали Пикотяна в номере соседней гостиницы, откуда и доставили в полицию. Неожиданно птица начала проговаривать свой полный адрес. Похоже, она готова называть его снова и снова. Пикотян, какой твой адрес? Это не первый побег Пикотяна, поэтому хозяйка и решила научить его произносить адрес, чтобы он смог найти дорогу домой, если вновь улетит. Он может сообщить весь адрес и даже номер телефона. По сообщению японского информационного агентства TBS, в Японии это уже не единственный потерянный волнистый попугайчик, который таким образом нашел свой путь домой.